Здравствуйте, меня зовут Бурова Анна, я дизайнер-декоратор. И сегодня, в преддверии новогодних праздников, я вам покажу, как сделать подарок своими руками. Волшебный колокольчик. Что нам для этого понадобится? Искусственные веточки ели, новогодний декор, декоративные ленты, клей, ножницы, пистолет. Ну и самая главная часть каркаса нашего волшебного колокольчика будет обыкновенный пластиковый стаканчик. Итак, первый этап. Мы берем обычный пластиковый стаканчик и крепим к нему язычок для колокольчика. Мы берем такую красивую акриловую стразу, берем берберную проволоку, делаем петелечку, сгибаем. Получается петелечка, которую мы прикрепляем к нашему язычку клеем. Елочку складываем в колечко. Теперь мы берем проволоку, отрезаем, крепим ее наш язычок колокольчика. Буквально пару движений таких вращаем. Получается у нас язычок колокольчика. Вот, смотрите, мы нашу проволочку теперь закрепляем на каркасе и закрепляем. Получился замечательный такой язычок колокольчика. Второй этап. Мы начинаем декорировать купол нашего колокольчика. Я нашла кусочек ватного полотенца. Можно взять бумагу, можно ткань взять, все что угодно. Берем ленточку. Теперь мы берем кружево и, как и ленту, мы тоже приклеиваем на наш красивый колокольчик. Начинаем декорировать. Отмеряем. Лишнее мы убираем. Третий этап. Делаем наш колокольчик новогодним. Берем наши еловые веточки искусственные и украшаем. Я нашла колокольчик. Можно что-то еще. Можно сделать петелечку какую-то красивую. Маленькая новогодняя игрушка. Приклеиваем к нашему основанию. Наносим клей и приклеиваем аккуратненько наши красивые бусинки. Лишнее мы обрезаем. Четвертый этап нашей работы. Мы декорируем наш колокольчик новогодними яркими бусами и снежинками. Пятый этап, он финальный. Мы крепим петельку и праздничный бантик на наш колокольчик. Выполняем наш бантик. Вот, завязываем на узелок, чтобы наш бантик не развязался. У нас есть тут отверстие. Делаем такую вот петелечку. Ну вот, посмотрите, какой у нас получился замечательный волшебный колокольчик, который мы можем подарить своим родным, близким, друзьям, повесить на елку. А я вас поздравляю с наступающими праздниками, желаю вам счастья, душевного тепла и всего самого-самого наилучшего.